друзья, с вами Михаил Шилов. Продолжаем работу с молотом. Сегодня комплексная проработка мышц кора, это все ротаторы во всех абсолютно плоскостях. То есть это совокупность всех ротаций во всех плоскостях, сагитальной, фронтальной или как угодно. Это вращение молота над головой. Чем молот будет по большему радиусу двигаться над головой, тем, соответственно, сильнее нагрузка будет, потому что будет больше рычаг. Так, поехали. Сторону. Это я в одноименном работаю в варианте. Ведущая рука с одноименной ногой. И точно так же работает с разноименным вариантом. То есть ведущая рука с разноименной ногой. Причем очень важный момент, вращать можно и в одноименном, и разноименном самом варианте. Как в одну сторону, вот одноименный, например, так и в другую сторону. И точно так же в разноименном варианте. Как в одну сторону можно вращать. Теперь левая, правая рука ведущая. Как в одну сторону, так и в другую. Ну вот, это позволяет бить по разным траекториям, и по восходящей, и по нисходящей, как угодно. И мышцы кора у вас будут подключаться во всех амплитудах. До встречи, подписывайтесь на мой канал на YouTube. Пока.